Крепкая и здоровая рассада является залогом получения хорошего урожая. Но чтобы вырастить ее такой, потребуется много знаний и сил, ведь с молодыми ростками может случиться что угодно. Они могут вытянуться, заболеть или вовсе погибнуть, поэтому очень важно обеспечить сеянцы необходимыми им температурой, поливом, освещением и подкормками. Что касается удобрений, их существует великое множество. Обычно они делятся на минеральные или органические. Однако не все промышленные подкормки содержат химию. В нашем сегодняшнем видео мы расскажем вам о таком препарате, как фитоспорин и его благотворном действии на рассаду. Фитоспорин – биологическое средство, в составе которого находятся споровые бактерии и гумусный концентрат. Эти ингредиенты подавляют размножение плохих микроорганизмов, тем самым защищая растения от различных заболеваний, а также обогащают почву и способствуют росту и развитию молодых побегов. Стоит отметить, что фитоспорин абсолютно безвреден для человека и животных. Этот препарат выпускается в форме порошка, жидкости и пасты. Для рассады лучше использовать именно пастообразный вариант. Для приготовления маточного раствора разводим фитоспорин с теплой водой в пропорции 1 к 2. Полученная жидкость может долго храниться в темном и прохладном месте. Далее раствор разводят водой еще раз в соотношении 1 к 10 и используют следующими способами. 3 раза обрабатывают им землю через каждые 2 дня перед высадкой рассады в грунт. Так мы улучшим структуру почвы и убьем все патогены. Опрыскиваем им растения после пересадки. Это поможет защитить их от черной ножки и простимулирует рост.